Совпадение или провокация? Прибытие в понедельник утром фрегата британского королевского флота в Гибралтар не осталось незамеченным в Испании. В ВМС Великобритании заявляют, что этот визит является частью ежегодного морского учебного похода, был спланирован давно и не связан с дипломатическими трениями между Лондоном и Мадридом из-за ситуации вокруг британского анклава. В центре нынешнего обострения рыболовства. В воскресенье испанские рыбаки провели в спорных водах анклава акцию протеста против решения гибралтарского правительства о строительстве искусственного рифа, якобы для создания морского заповедника. У рыбаков другое объяснение. Этот район богат морепродуктами. Там был хороший улов, а они сбросили туда огромные бетонные блоки, чтобы мы больше не могли рыбачить. Мадрид со своей стороны усилил контроль на границе с анклавом, из-за чего там образовались длинные очереди. Мы приезжали и раньше, и ждать приходилось недолго, а сегодня просто ужасно. Мы простояли в очереди полдня. Контроль слишком жесткий, это неуважение к людям. 10 тысяч человек ездят на работу, пересекая границу. 15 тысяч жителей Гибралтара приезжают тратить деньги в испанских супермаркетах. От этих мер страдают 25 тысяч человек. Великобритания осудила принятые Испанией меры, заявив, что они нарушают право на свободное перемещение граждан в рамках Европейского Союза, и призвала Брюссель срочно направить на гибралтарскую границу своих наблюдателей. В Мадриде подчеркивают, что ни Гибралтар, ни Великобритания не являются членами Шенгенской зоны, и что контроль необходим для борьбы с контрабандой различных товаров, в частности сигарет, из-за которой испанская казна ежегодно теряет десятки миллионов евро налоговых поступлений. На фоне экономического кризиса процветание Гибралтара, показавшего в прошлом году почти 8% рост, раздражает Мадрид, так как испанские компании и инвесторы активно пользуются налоговыми льготами на этой территории в 7 квадратных километров. Трения между Лондоном и Мадридом за последние 10 лет не были столь напряженными, но грозят еще больше обостриться. В испанской консервативной прессе звучат протесты против расширения скалы Раздора с ее восточной стороны. Новое обустройство береговой линии Гибралтара в Испании воспринимают как очередное оскорбление.